На сегодняшний день в Высокотинском районе используют агродроны и беспилотные летательные аппараты для опрыскивания удобрений и обработки посевов от вредителей. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза. По данным ведомства, с помощью устройств можно обрабатывать до 500 гектаров земли, а стоимость обработки одного гектара составляет в среднем 500 сомов, в зависимости от рельефа местности. Беспилотные летательные аппараты, которые обеспечивают исключительное наземное обслуживание, выведут полеты легкой авиации на новый уровень. Преимущество использования дронов и малогабаритных самолетов в сельском хозяйстве заключается в том, что они облегчают бремя фермеров и экономят их затраты и время. Это поможет аграриям оптимизировать процессы обработки почвы и повысить урожайность, пояснил Бакыт Турабаев. В ходе работы по обеспечению сельскохозяйственной отрасли современной техникой в Высокотинском районе была открыта новая МТС, который состоит из ряда современных транспортных средств.